Привет, друзья! Очередная посылочка заехала довольно-таки быстро. Один из самых популярных телефонов, да и как, в принципе, все распаковки на моем канале. Okitel, так он, по-моему, называется, K4000. Заехала довольно-таки быстро, ехала здесь со склада с Эстонии. И ко мне доехала за дней 10-12, я не помню точно. Вот, запаковано в пакет. Этот пакет завернут у нас в пупырку. Ну, в принципе, неплохая упаковка. Посмотрим сейчас, насколько коробочка у нас пострадала. И пострадала ли вообще. Okitel коробочка. Ну, не пострадала. Нормальная коробочка. Так, имеи. Всегда вам покажу, как обычно, внешний вид. Вот. Пожалуйста, вам характеристики, кому интересно. Смотрим. Network. Камера. Память. И все такое. Ну, в общем, ставьте на паузу, смотрите. Вот, я буду распаковывать и сразу смотреть комплектацию. Пока не знаю, будет обзор на него или не будет. Если он будет интересный телефон, я сделаю обзор, но пока не могу сказать. Так, что у нас в комплектации? Сам телефончик. Давайте я, наверное, достану, попробую сразу запустить. Пленочки, как обычно. Еще и чехольчик в подарок. Отлично. Чехольчик бело-матовый такой. Вот. Вот так он выглядит. Чехол в сторону. Ну, собственно, вот так выглядит сам телефончик. О, металл. Стопудово металл, потому что сразу холодный такой. Так, у нас микро-USB здесь. С левой стороны ничего нету. С правой стороны у нас разблокировка. Кнопка регулировки громкости. Так, с... О, это пленочка наклеена. Я не буду снимать, потом я аккуратненько сниму. Чтобы здесь уже просто наклеили пленку, ее нужно аккуратно снять. Вот, так, soft touch, пластик, отлично, обожаю такие. Камера, сколько здесь камера? Я не помню, короче, здесь... Давайте, наверное, сделаем так. Камера, где характеристики наши? Мегапикселей камера, вот так вот. Если не буду делать обзор, то будет в конце этого ролика все остальные показатели. Так, что у нас? Крышка снимается? Нет? Должна сниматься. Здесь в чем фишка? Аккумулятор. Телефон называется К4000, потому что здесь аккумулятор 4000 мАч. Вот такой вот гигант у нас. Так, гигант, открыть это как? Ой, как я не люблю эти вещи. Ну ладно, будем ломать ногти дальше. Так. Нужно ж под крышку заглянуть. Ох, хорошо. С одной стороны, хорошо, что оно так плотно защелкивается. С другой стороны, блин, ну открывать-то ее как, ребят? Так, здесь у нас две полноразмерные карты и слот под карту памяти. Карта памяти вставляется вот так. Ни в одном телефоне еще этого не видел. Поэтому это будет первая фишка такая. Так, батарея прям такая, ну это наклейка, ну такой прям металлическая. Что-то она какая-то легкая, я вам скажу. Хотя, может это просто сама батарея. Обратите внимание, 4000 мАч. Так, не знаю, видно вам, не видно. Блин, камера. Вот, 4000. 4000 мАч должна быть у нас батарейка. Я надеюсь, так оно и будет. Ставим ее обратно, пробуем запустить и смотрим комплектацию. Опять же повторюсь, если телефон мне покажется интересным, я сделаю на него обзор. Если нет, тогда просто в конце видео будут там тесты и все такое. Ну, интересно, не знаю, начинки, блин, всех стандартные становятся, хотя за цену, кстати, стоит он 109, около 110 долларов, ссылочку оставлю в описании, можете посмотреть. Okitel оранжевый, ну, я так понимаю, это у них и цвет компании, да, все оранжевое. Так, смотрим комплектацию, это отложим в сторону. Здесь у нас открывается, ну, там, наверное, бумажки всякие. Бумажки там ничего нет. Здесь просто фишка вот такая сделана. Эх. Так, что мы имеем? Мы имеем микро-USB кабель. Мы имеем наушники внутриканальные, кстати. Ну, интересно. Ну, звук, я думаю, там будет, конечно, вы понимаете, да? В наушниках, которые идут в комплекте вместе с телефоном. Так, здесь у нас идет блок с выходом на 1 ампер. Сколько? 1 ампер?
Да ладно, вы что, шутите, что ли? Телефон на 4000 и 1 ампер зарядка? Ну, блин. Это реально какая-то шутка, наверное. Так, что у нас здесь еще? Вываливайся сюда, бумажки какие-то. Ну и, собственно, документация. Документация у нас на английском языке. Даже на русском есть. Вот так вот. Информация по технике безопасности. Отлично. А, еще гарантийный талон. Вот он. Вот он. Гарантиечка еще. Ну, собственно, все, да? Точно все? Или, может, там еще спрятали чего? В чем предиплата? Вот. Приклеили какие-то клеем, блин, не знаю. Такие, как знаешь, и карандаш раньше тараканов травить. Вот примерно таким же тут приклеили эту хрень. Так, все, это все понятно, это все в сторону. К самому телефончику. Welcome. Пропустить. Не останавливать. Skip. Пропустить. Next. Next. Пропустить. Да что ж такое-то, а? Next. Вот. Все. Надеюсь, это все. Так, ну что, Android 5.1. Ну, картинка, я думаю, эта пленочка не очень мешает с этой надписью на экране, поэтому оно видно. Так, блин. Свет с окна. Ну, работает, в принципе, экранчик, вот видите, да? Без всяких затормаживаний, довольно-таки прикольно. Так, что у нас здесь? Настроечки. Заходим в настройки. Где у нас языки? Язык. Язык. Самый низ обычно там где-то у нас русский валяется внизу. Вот, украинский, русский. Есть такое дело. Так, переведено. Насколько хорошо переведено меню? Для разработчиков печать, специальные возможности, дата, время, восстановление изоброс, аккаунты, безопасность. Батарея, память. Ну, в общем, неплохо переведено. Давайте посмотрим на экран. Камера, музыка, Play Market установлены. Отлично. И настройки. Ну, неплохо. Кстати, камера. Вот мне интересна камера. В этом телефоне мне камера интересна, потому что они пишут, что здесь. Так. Что мы будем фоткать? Будем фоткать. Блин, блок. Будем фоткать надпись. Вот такую вот. Камера, настроечки, зайдем в камеры. Так, что у нас здесь? О, кстати, камера как у Lenovo. Вот у меня у Lenovo P780 была точно такая же камера. Камера, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Информация 40, 13 мегапикселей, хорошо. Что еще хотела? Стандарт поменять. Раздражает меня эти 4 на 3. Вот, 13 мегапикселей стоит, ну пробуем. И смотрим. Что я могу сказать? Смотрите, какая качественная все-таки фоточка сделана. Видите, да? Ну, это на большом тексте, вот на более мелком очень неплохо. Очень-очень даже неплохо, могу вам сказать. Здесь явно больше 8 камер, мне уже нравится. Да что ты будешь делать? Куда ты? Зачем ты? Яркость. Вот, быстро фокусируется. Ну, неплохо. В общем, мне нравится камера. Звук. Как обычно, проверяю сразу звук. Ну, телефоном. Кстати, яркость-то что такая? Максимум. Передача данных включена. Не нужна нам передача данных. Профили звука. Профили звука нам тоже не нужны. Так, яркость уменьшили. И звук. Звук. Где звук? Звуки. Звуки общие, вибрация, звук, рингтон. Ох. Что могу сказать? Классный звук, громкий, динамик выдерживает на максимум звука, то есть без всяких подхрипываний, нормально.
И давайте теперь первые впечатления от телефона. Камера мне нравится, очень нравится. Со вспышкой пока не знаю. Ну, вспышка не сдвоена, одинарная. Надпись Alcatel, soft touch пластик, металлические рамки. Комплект поставки, ну, в принципе, неплохой. Неплохой комплект. Меню переведено неплохо. Телефон, камера, смс, инфо. Ну, в общем, неплохой перевод. Качество сборки хорошее. Крышка сидит намертво, отодрать ее будет сложно. Вот, ну, неплохо. Очень неплохой телефончик. Мне, в принципе, с первого взгляда он нравится. Обзор, опять же, не знаю, будет или не будет. Если не будет, то сейчас будут характеристики и все остальное. Сразу наклеена пленочка, это уже плюс. Так вот, ребята, спасибо вам за внимание. Подписываемся на канал, не отключаемся. Если что, будет продолжение дальше. Ставим пальцы. Всем пока. Камера на максимальных настройках Alcatel K4000.